Да, горно. Вкусно. Она очень вот это судакский рынок, продуктовый, называемый курортный рынок, который расположен на Кипарисовой аллее. И здесь, что удивительно, торговцы никогда не против того, чтобы их фотографировали или снимали видео. Они улыбчивые, они такие все добродушные. Но у этого рынка есть один особенный эффект. Над ним желтого цвета крыша, и все получается, вот фотографы поймут, как через фильтр, ну как будто бы вы смотрите через оранжевые очки на что-то. То есть такой получается цвет. И свет здесь вот изображенного, но продуктов много, и что самое удивительное, виноград уже крымский, арбузы крымские, есть немножко херсонских, но вот здесь конкретно крымские арбузы. Ну и весь набор как раз летних фруктов, персики, абрикосы, чернослив, яблоки, все что угодно вместе с овощами. Вот такой вот наш благословенный Крым, я здесь живу, вот так вот. Вот так вот люди идут с пляжа или на пляж и покупают себе овощи, фрукты.